у них заканчивается бензин. Они очень быстро устают. Потому что в начале боя намажутся ногами. И уже дальше продолжать его не могут. Тем временем Мадиев пытается улучшить положение в партере. И мне кажется, здесь все и должно завершиться, потому что явное преимущество в грэпплинге. И вот выходит на армбар. И сдача. Добьется Владислав. Вот так бой. Стремительное начало у нас.